Да, место встречи изменить нельзя. Какао не посыпали, не захотели. Тирамису. Второе ведро тирамису. Больше столько готовить нельзя. Надо, знаете, вот захотел тирамису. Вот бокальчик. Чашечку приготовил. И вперед. А не вот это вот ведро. Угу. Вкусно. Ну, много. Ну, это реально много я наготовила. Сейчас мы сюда Лену с Андреем. Чтобы они помогли это делать. Но вчешется. Кстати, интересно, когда Лена с Андреем приедут. Ты ничего не знаешь? Читаю по взгляду. Ответ вслух можете не ждать. Я по взгляду читаю. Он говорит нет и говорит, я сейчас уйду из кухни. Все понятно без слов. Все. У нас взаимопонимание на уровне взглядов, даже не полуслова. Раз, два, все понятно. Много тирамису наготовила. Это одна порция. Одна порция савоярди, одна порция крема. Сколько калорий, даже боюсь представить себе. Снова эта рожа, господи. Да когда же у нас телевизор будет на другом канале? Я не могу, меня от этого голоса уже тошнит. Я думаю, что мне тирамису не лезет. Потому что фоном идет этот голос. То ли дело новости. Севастополь. Погода шикарная. У нас тут идут дожди. А у них там вон красота. Хоть посмотреть, как у людей солнце светит. Это пионерский лагерь, что ли? Я только сегодня вспоминала, что я ни разу в жизни не была в пионерском лагере на месте ученика. На месте работника пионерского лагеря я была. На месте ученика не была никогда. А жаль. Говорят, это здорово. Вообще детство, это так классно. Не думаешь ни о чем. Ни как заработать. Ни как за жилье заплатить. Ни как продуктов там купить. Ни о чем не думаешь. Ну, по большому счету. Куда упала? Уроки выучил. Все. Посуду помыл, есть, приготовил. В доме убрал. Оденут. Обуют. Крышу над головой дадут. Да ты что, какой молодец. Слушаю. Не знаю, вам слышно или нет. В общем, новости я смотрю. О, вырос как. С 14-го года. Сколько лет прошло? Там 6, здесь 1. 7 лет. Уже парень стал. Угу. Его показывали 2016 год сейчас. Ребенок, парень. А сейчас уже прямо смотришь парень. Какая погода там? Сейчас бы в море. Да поплавать. Угу. Если купальник налезет. Может и не налезть, особенно после савоярди. После тирамису. Меня это не останавливает. В этом году, походу, на море я не поеду. Так что можно не переживать, господи. Купальник мне не светит. Да что у меня падает все в чай? Подавилась, кто пожалел. Наверное, все сидят. Те, кто желали. Ха-ха-ха.
Мы купили рыбу. Сейчас покажу. Вот она, минтай. Замороженная, дубовая. Я посмотрела, здесь 4 рыбины. Одну нам пожарить на двоих хватит, во, выше крыши. Наверное, одну буду готовить и все. Потому что это вообще... Ой, я как будто бы в ночи сижу. На самом деле здесь светло. В общем, одну рыбешку приготовлю на ужин на двоих. Остальную в морозилку беру. На один раз. А то потом есть 2 дня вообще неохота. Я так не люблю. Мне нужно, чтобы съели за один день. И все. Вообще стараюсь готовить даже не на день, а на раз. Но у меня с этим есть проблемы. Мне вечно надо ведро приготовить. Но я не чувствую, когда надо остановиться. Особенно если дело с борщом. Начинаю в одной кастрюле готовить. Потом в другую переливаю. Потом думаю, сейчас выльется, наверное, за края. О, мы сегодня ездили в метро. Некоторые вообще не прислушались к тому, что просят надевать маски, надевать перчатки. Но в масках многие. А в перчатках были мы 2, я и муж. Ну и работник метрополитена, все. Остальные без перчаток. Люди подрасслабились. Угу. Так не хочется карантина вообще. Мы сделали прививки уже давно, еще в марте. Я 19 апреля ездила в Беларусь. Уже с прививкой. Со второй их 2 было. Сейчас слушаю. Угу. Да, предпочитают. Не знаю. Что ждут? Лучше на эту тему не рассуждать. Меня бесит вот это вот, когда люди начинают тупить. Лучше даже не обсуждать. Вот политика, вероисповедание и прививки – это, наверное, 3 темы, которые вообще не стоит затрагивать. Иначе будет срач. 100%. Сейчас каждый начнет писать. Надо, не надо. Верю, не верю. Начнется дурдом. Нафиг надо. Молодежь. Я так наелась. Господи, половину съела. Это ужас. Охренеть нужно. И вы еще потом говорите, что я похудела? А нет, не все. Многие утверждают, что я стала жирной. А весы говорят о том, что я стою на месте. Не худею, не толстею. Парадокс. Но это факт. Вот становлюсь на весы с утра, у меня ни туда, ни сюда. Ну, 100 грамм максимум, плюс-минус. Ни больше, ни меньше. А вот этот корсет, который я ношу, тут прям у меня талия начала появляться прям еще лучше. Она мне так была хороша, а сейчас еще лучше стала. Это правда. Может, рабуется там внутри где-то этот... Корсет зажал, утрамбовалось, все, форму принял, замечательно. Сколько время-то, друзья мои? Так 6 часов вечера, ничего себе, у нас еще с вами конь не валялся ни разу. Вон в Саратове тоже солнце светит. А у нас дождина.
Ладно, надо собираться с мыслями и готовить ужин. Давайте, целую в обе щеки.